Так, чем мы вниз Ребята, идем, да? Нам сюда. Ладно, пойдем вдоль пути. Они выведут нас к дороге, идущей к базе. Ну да. Не по себе. Знаю. Засада 100%. Через стену перелезем. Я не вижу как. Эти псы уже должны были быть здесь. Тихо. Вон еще один людей. Лучше бы они пали от нашей руки, но это не так важно. С каждым убитым псом мы приближаемся к лучшему миру. Что ж, будьте начеку. Ну, придется их мочить, походу. Как нет? Что есть? Осмотреть тут все. Здравствуйте. Это бриточки были, а хпшки. Заберем. Мы под обстрелом! Да почему я не могу? Эх, муха, попасть. Чего? Высунь свою головку. Что она хата? Саса! Охренеть. Все? Больше никого не вижу. Факт. Сюда. Пошли. Ребят, сюда. Давай, малыш. Куда маты? Они рядом. Я понимаю. Сюда. А я где? А, патроны кончились. Нет. Нет. Патроны. Я вас обожаю. Я всех своих детей назову в вашу честь. Вы готовы? Ч
что, руку подстрелили, да? Твою мать! Черт, ты как, цел? Ничего, переживу. Давай так. Дай посмотрю твою руку. Погнали! Можно сильнее, понял? Охренеть. Я даже не почувствовала. Эй, у нас двое. У него пулевое ранение в руку. Держалась молодцом. Почти что комплимент. Иди в лазарет. Элис, стой. Пойдем, нам сюда. Сидеть. Многовато крови, да? Зря мы ее взяли. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Тут. Давай, девочка. Собакин. Это Элис. Пойдем, Элис. Умница. Спасибо. Ух уж эти новобранцы. Я им не доверяю. Еще раз спасибо. Эй, Мэнни, погоди. О чем? Мы тут уже третий день, и до сих пор никаких приказов. Тогда вы должны быть нам благодарны за развлечение. С вас причитается. Можешь узнать, в чем дело. Ладно. Только сначала отметимся. Потом договорим. А, чекпоинт. Мы отметимся. Да, привет. Есть для нас что? Нет, ничего. Просто доложиться Айзеку. Обоим? Да. Никогда не видел столько народу. Что-то назревает. Надо найти Айзека. Сначала давай проведаем Мэл. Я никого из них не знаю. А ты? Пойдем отсюда. Здорово, Эбби. Здорово. Эбби, подойди-ка. Чё? Чё хочешь? Да? Слышала про вашу стычку. Где напали? А, где-то вот здесь. Рядом со складами. Чёрт. Уже не первый раз такое. Ты не знаешь, где Айзек? Был здесь пару минут назад. Ладно, спасибо. Пойдем искать. Плохо дело, да, док? Видала и похуже. Иссы. Да. Нет. А вот так? Ах, так-так. Ясно. Просто. Ну что, полегчало? Более утоляющее подействовало, так что, да. Держись. Как рука? Почти все пальцы останутся при мне. Братишка, трех тебе хватит. Стырим. Правда ведь? Чувак. Стрелки-то наши нету, да? Ну вот. Как ты умудрилась? Дважды в день будешь делать перевязку. Ножом. И смотри, не на ножи. Ладно. Сейчас мы дадим тебе более утоляющие.
И там еще палатка. Все случилось так быстро, но могло быть гораздо хуже. Помяни черта. Привет. Как ты тут, детка? Еще несколько швов и буду как новенькая. Ребят, убедите девушку расслабиться. Мел, расслабься. Слушаюсь. Мне нужна помощь. Пойдемте-ка со мной. Ладно. Сиди здесь. Буду сидеть здесь. Расслабляться. Нора, ты хоть успела передохнуть? Меня отправляют в госпиталь на западной стороне. Приказали взять с собой все. Как, Мел? Серьезно? У плода учащенное сердцебиение, но ничего страшного. Надо сказать Оуэну. Он захочет быть рядом. Да. Я покажу вам кое-что. Что? Идемте. Кто-то в морге. Господи. Это все наши? Да. Нет, блин, каждый чужие. Час привозят новых. Мел, не говори, ладно? Нора. Хотя бы пока. Иди сюда. Кто в том мешке? Да ёпса. Вот черт, это Дэнни. Где Оуэн? Не знаю. Несколько дней назад наши обнаружили шрамов у причала. Дэнни и Оуэна послали на зачистку. Сегодня утром охрана нашла Дэнни у границы периметра. Он доковылял сюда с пулей в животе. Чёртовы шрамы, Хездепута! Айзек успел с ним поговорить, но, насколько я знаю, больше туда никого не посылали. Ну а Оуэн? Ты спросила Айзека, что случилось? Я пыталась, но он так на меня посмотрел и сказал, чтобы я помалкивала. И вы тоже молчите. Оуэн большой мальчик. Уверен, он в порядке. А где Айзек? Я аккуратно. Я слышала, он был в жилых помещениях. Ладно, я посмотрю, как Мел, а вы расскажете, что узнали. Да. Да уж. Почему Айзек не послал поисковый отряд за Оуэном? Может, послал, только не сказал Норе. Ну, надеюсь. Пойдем. Нам нужен Айзек. Он внутри. Проходите. А я что, сам дверь-то открыть не мог, да? Спасибо. Надо же, кто пожаловал. Здорово. Сыграешь с нами? Не могу. Нет. Я к Айзеку. Эш, деловой. Я не виноват, что я круче вас. Ну-ну. Увидимся. Я думал, это он, Айзек, в бандане. По этому месту я не скучаю. Черт. Ненавижу этот запах. После того, что было утром, я бы устроила им допрос с пристрастием. Понимаю. Это что такое? Что за тюряга? Вы кто такие? Нет. Нет.
Заразились, да? Пусти меня быстро. Привет, Эбби. Нам надо наверх. Айзек там. А. Не знаешь, надолго? Велел позвать, как вы придете. Пошли. Пойдем. Сэр, прибыли Эбби и Мэнни. Кто такой Айзек? Не давайте ему уснуть. Есть, сэр. Идемте. Мне сказали, вы вязали сбой. С нашей стороны потерь нет. Только раненые. Врагу повезло меньше. Почаще бы так было. Впервые вижу столько бойцов. Завтра будет больше. Куда? Еще не все подошли. А что происходит? Мы больше не можем воевать, как сейчас. Тогда как? Можно заключить перемирие. Но опять какой-нибудь урод с их стороны или с нашей стороны все запорит. Нет. Надо убрать их всех. Сэр, мы пробовали атаковать их остров. Но не так. Не все вместе. Это чисто война. Через просто. Пару дней будет буря. Она послужит нам прикрытием. Вы двое поведете авангард. Подберите бойцов. Подготовьтесь. Я с Оуэном. Когда они с Дэнни вернутся? Кто сказал, Нора? У ребят из Солт-Лейк-Сити друг от друга секретов нет. Он в порядке? Да вроде бы. Тогда почему никого не послали на поиски? Он стрелял в Дэнни, чтобы защитить какого-то шрама. Это чушь. Не понял. Тебя обманули. Этого не может быть. То есть Дэнни потратил последние силы, чтобы соврать мне? Сэр, если люди узнают, ему не жить. Как только увидят, пристрелят на месте. Тогда советую об этом не трепаться. Отправь меня. Я его разыщу, и мы разберемся. Нет. Но ты сказал, добор еще нет. Два... Второй попытки не будет. И это важнее любого из нас. Уж точно важнее Оуэна. Если он объявится, ладно. Я его выслушаю. Разберемся, что к чему. Ты мне нужна, Эбби. Ясно? Ясно. Понятно. Да. Ясно. Хорошо. Посмотри карты и собери отряд. Карты какие? Сходи поешь. Потом поговорим. Не мог он убить Дэнни из-за какого-то шрама, правда? Что? Нет, Эбби, нет. Я вернусь к утру, придумай какую-нибудь отмазку.
Айзек с тебя шкуру сдерет. Не перед штурмом же. Он сам сказал, я нужна. Если Оуэн вообще жив, где ты собираешься его искать? Я знаю, где. Где? Yeah. Что? Ну правда, Оуэн, хватит! Ну ладно. Тогда иди сюда, вместе полюбуемся пейзажем. Я вижу. Красиво. А. Эбби, мы забрались на такую верхотуру, и ты струсила на последних двух шагах? Да. Да. Уговор был до сюда. Вот. Давай вот как. Как? Либо ты сейчас сядешь здесь, со мной на краю, либо вот сюда на детское сиденье, и мы насладимся видом. А как же тренировка? Серьезно? Ты что, не можешь один раз пропустить? Нет. Давай это обсудим. Да что ты слышишь-то? Ты вставай давай уже. Да. Чё ты сякаешь? Ладно. Стой! Ты что, сдурел? Тут высоко! Боже мой! Знаешь, Эбби, я больше не могу так жить дальше. Оуэн, я серьезно. Так. Или мы расстаемся. Оуэн. Я всегда тебя любил. Нет! Оуэн! Твою мать, контакт! Давай! Испугались, обосрался. Эбби! Я внизу, тупица! Прыгнула? А я не видел. Думала, ты утонул. И решила меня спасти? Нет. Ага. Удостовериться, что утонул. Я нашел кое-что потрясное. Что? Придется тебе плыть за мной, чтобы увидеть. Ну, давай. Оуэн, пора обратно. Ладно, но сперва взгляни. Оуэн. А что они сделают? Вышвырнут несчастных цикад, которым некуда идти? А если да? Не хочу выяснять. Ты должна это увидеть. Глубокий вдох. И чё, и куда? Как ты это нашел-то вообще? Что это за место? Не знаю. Поплыли дальше? А то... Давай, куда дальше-то плыть? Обратно, что ли, это? А, это нет, это в другую сторону. И в другую сторону. Сейчас кислород закончится. Тут так круто. Это, наверное, как зоопарк, но с рыбами. Ага. Купиться. Смотри, какой нерпенок. Я как-то видел тюленя. Он был пятнистый. У тюленей нет пятен, они бурые. Это морской лев. Нет, нет, ты ошибся. Но я сам видел своими глазами. Да будь что ты видел. Ничего ты не видел.
пойдем сюда. Ну, открывай. Эй, помоги мне. Давай, поехали. Опа. Что это вообще? Ну, это явно вроде театра. Но океанариум. Для... Театр. Я то, что хочу. Ты что, самку кличешь? Что? Я пёс. Я так лаю. Ты пёс? Ты псина, а не пёс. Как думаешь, лодку задействовали в шоу? Не, похоже, кто-то устроил тут причал на скорую руку. Здесь детские вещи. Тут была целая семья. Какие рисунки? Собакин? Интересно, что с ними стало? Может, ушли к псам? Ага. Или их убили шрамы. Оптимист. Ну да. Так и будешь. Ладно, там сидеть? Лодку пойдем осмотрели. Давай. Хочешь посмотреть, что тут еще есть? Думаешь, тут есть еще что-то? Конечно. Идем. Куда? Куда идем мы с питочком? Большой-большой секрет. Камера. Думаешь, сможешь пролезть? Помоги залезть. Ща, он сказал, ща. Давай. Да, сейчас. Охренеть. Выдаешь. Вчера выжила 85 кило. Понятно. Итак, да мы ты быстро монстр. Осмотримся, а потом... Пойдем обратно. Такое не часто увидишь. Ну, я это уже видел. Это я уже видел, когда зашел за Элли. Понимаешь? Вам пакетик нужен? Чё, это стекло? Это о. Резервуар в полу. Представляешь, как здесь было раньше? Толпы людей, детский смех. Другой мир, да? Да. Только. Думаешь, это та семья с лодки? Скорее всего, да. Макс. Заперто. Кажется, там трупы. 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 Надо будет позвать сюда остальных. Зачем? Правильно, сделаем мы из них нарушителей.
Считаешь, она того не стоит? Нет. Посмотрим, чем нам это аукнется. Чудит, смотри-то. Так, нравится? Это что такое? Ну тебе. Можешь сказать мне, Оуэн, ты был прав. Спасибо, что притащил меня в такое место. Они здесь так-то ни хера еду готовили. Я готов. А, во. О боже. Думаешь, это наш капитан? И сейчас такое... Пап, я забираю Макса. Он не может провести всю жизнь в этих гнилых руинах. Я по поводу твоей трусы. Надеюсь, мы не застанем тебя сидящим в этом дурацком стуле. Ну, как бы... Его дети сбежали к шрамам. Боже. Ну, зато мы нашли ключи. Ты с ума сошел? Они ему уже не нужны. Не понимаю, почему люди добровольно уходят к шрамам. А что? Это же культ психов, вот что. А в зонах люди считают цикад террористами, фанатиками. Что-то ничего нельзя, да, взять? Они фанатиками. Мы взрывали посты и убивали солдат. Это другое? Это да, я конечно. Не вздумай говорить такое на стадионе, ладно? Ну ладно, ладно. Конечно, это другое. Сюда, пойдем отсюда. Тут еще ловить. Куда ты пошел? А, место Макса. Вот, это что за питька? Дети, я нашла вас, что? А, дети, если вы найдете записку, знаете, я вас не виню. Эти серафиты умеют упреждать. В лодке есть пища и вода, берите ее и уплывайте. Макс и Рики. Это у нас место Макса. Откроешь? Ключи у тебя. Давай. Этот? Сейчас это... Да. Может... Есть. Черт. Сколько времени он все это рисовал? В открытом океане. Ты что, хочешь спуститься туда? Давай. По лесенке-то можно, чё? Последнее. Обещаю. Последнее. Только... Не смотри вниз. Да иди. Тут высота-то очень маленькая. Нормально. Фига, так он и тут все рисовал. Что? Посмотри. Повидать бы этого парня. Слушай, но он ведь шрам. Может, уже повидал. О, господи. Надеюсь, что нет. Крепкий у тебя форт, Макс. Сразу видно мастера. Ого. Эй, заходи. Ого. Да. О. Животное.
Видишь? Я же говорил, они пятнистые. Да, да. А пури, бури, бури. Вы еще пососитесь. Это ба. В детском форте просто. Перебор. Тормозить? Нет. Из-за этого? Из-за этого, да? Тебе ведь противно. Ну же. Прости. Не стоит. Поговорим? Что ты все говорить-то хочешь со мной? Я знаю, что зацепок не осталось. Но... Но Джоэл где-то там, понимаешь? Понимаю. Что я могу сделать? Давай вернемся. Потренируемся. Да, иди. А ты что? Побуду еще немного с тюленями. Ты тюлень. Прости. Я тебе уже говорил. Не стоит. Чему вообще? Чайна-таун. А если Оуна там нет? Он там. У тюлени. Надо уходить с крыши, пока нас не засекли. Я могу тебя отговорить? Нет. Мы не знаем, что там было. Надо его найти. Ну, то есть, если он правда убил Дэнни... Нахер, Дэнни. Я бы его грохнула, но он меня опередил. Ты чего, Эбби? Я правда признательна тебе за помощь. Как ты доберешься до океанариума? По шоссе? Нельзя. Там много патрулей. Меня точно засекут. Пойду пешком. Это прямо к западу отсюда. Буду ориентироваться по солнцу. Я пойду с тобой. Я так уже делала. В этом районе полно шрамов. Мэнни, ну не надо. Чего? Хорошо. Тебе виднее. У-ля-ля. Жвостик от третьей плойки. Ага. А вот и третья плойка. Погоди, я не могу в нее стрелять. И в джойстик не могу. Могу во все стрелять. Не могу стрелять в джойстики и в плойку. Чего? Не могу. Охереть. Ладно, пойдем. Пойдем. Че ты медлишь-то, господи? Спасибо. Пожалуйста. Ой. Да, и за все остальное. Ты надежный друг. Пожалуйста. Перестанем. А то я не совладаю с эмоциями. Куда? Сюда? Ворота раздвигать. Вроде никого. Давай. Давай. В
Как бы ты сама и могла залезть так. Ну, пожелаю удачи. Найдешь его, сильно не лупи. Постараюсь. Серьезно, будь осторожна. Пока. Ладно, просто иди на закат. Просто идти на закат, понял. Чё? А, это он залазит. Думаю, чё за звуки? Болтики. Славно. Это плохо. О, что это за вонь? Даже отсюда давай нет. Я что-то слышал. Стреляет. Что такое? Ножницы? Иди. Пойду. Еще бы. Пожалуй, перелезу через стену. Какую? Погоди, чё? А как? Жилищная хата такая. Вообще меня как вот я обосрусь. О, чёрт! Как говори? Начало хорошее. Всегда так, потому что всегда так.
О, 20 пилюлек. Направит вас вниз с обрыва. Эти уроды шастают у нас под носом. Ну да. Так, и чё? Спящая красотка просто. А вон она. Сейчас съем. Этот нифига не бесшумно. А еще нифига. Иди ко мне. Ну, Рилли. У меня за эту тёлку нету ножа, а только заточки. Надо делать нож. Какие звуки у меня, как будто кто-то рядом, прям капец. Это Чайнатаун, понятно. Какие-то экскременты. Врата мученика. Перемирие кончилось,
А вы все равно прете сюда. Мы же вымели отсюда эту хрень. Погоди, что? Пророчество их все вернется на охоту, молю тебя, даруй мне сильного и быстрого коня. Она же не джин, чувак. Пророчество, мои нужды простые, скромные, но и неловкие, неумелые. Не могу ни ковать, ни чинить, ни строить. Молю тебя, даруй мне мастерство, чтобы приносить пользу деревне и быть достойным ее жителям. Ну вот, хотя бы одна разумная просьба. Пророчица, я хороший солдат, я уже освободил двух псов во имя твое. Я отправляю к тебе еще многих. Даруй мне честь дожить до часа, когда спасение твое придет в эту землю. Чё за фанатики? Я боюсь, что я открою, там будет капец. Ты о многом просишь. Хочешь мира? Легко. Сиди на своем острове. Если сиди на своем острове, ты что тут себе, блядь, землю что ли забрала? Ты вообще попутала? Ты превратила сумасшедшую в мученицу. Чего, блядь? Это мы сберем. Что я тут могу сделать-то? Глушитель. Наверное, да. Ты залезла. Ой, бать, лом. Почему ты перепрыгнуть не можешь? Солнце садится.
мощь такое. Целая. Целая бутылка. Я куда мне идти-то? Алло. Дырко. Где вы? Какая трата сил. А, вон. Там. Доведет нас свет и искусство. Так уж и будет, стекло бить мы не будем. Это лишнее. А вот аккуратненько, мышь мы их сейчас убьем. Наверное. Никогда не хотелось почитать записи, сделанные до катаклизма. Нет. И не забывай о том, как наказали Ноа, когда у него нашли одну из их книг. Мы можем чему-нибудь научиться на их ошибках. Лучше продолжим вести свои записи. Хочешь учиться на их ошибках? Оглянись вокруг. Ну да. Мудрые слова. Это слова пророчества. Да направит нас она. Да направит. Да, она вас направит. Ты когда напишешь записку пророчице? Я уже. Больше года назад. Ясно. А ты, я так понимаю, еще нет? Нет. Слишком много вероятностей. Меня посещают эгоистичные мысли. Хочется попросить... Вероятности чего? Ты думаешь о том, что это не эгоизм. Она поймет твой посыл. Ладно. Закончу ее потом. Завтра мы пойдем к врагам ученицы. Что стало с разведчиками, которых мы поймали у гавани? Их души свободны, а оболочки висят на камне. Они что-нибудь рассказали? Старейшины постановили, что их незачем допрашивать. Они говорят не правду, а то, что ты хочешь навсегда. Вы почему двойками ходите? Стекло. Да, может попробуем их обойти как-нибудь, чтоб не тратить наш лом и патроны. Не со всех сторон, уроды. Бляха, муха, что делать? Как? Они по двойке ходят.
Да, уходи отсюда. Слушатель помог. Увы, увы. Уи, уи. Сейчас он ее найдет. Приготовились. Ты сам с собой разговариваешь? Кроме тебя, меня, никого здесь нету. Ты будешь спускаться? Нет, я жду тебя, тут стою, лежу. Алло. Ну. Понятно. Чё? Кто меня там спалить хотел? Где? С той стороны есть трава? Есть, только вот там. Где? Мне куда надо? Туда? Ну да, ножа у меня нет. Что? Ну
прочешите здесь все. Каждый дом. Кто-то проскользнул мимо нас. А тут еще и псина! Ребят, вылети от меня. А еще выше есть. Здравствуйте. Проклятие. Испортили мне тёлки, тёлка эта бесячая. Чёрт. Ну, дыра в полу, подумаешь. Какая-то лаба. Для винтовки нет места. Что происходит? Мне куда идти? Туда куда-то, да? Так это же просто. Ладно, пойдем. Че? Что делать-то? Пойдем. Ду-ду-дун-дун-дун-ду-ду-дун-дун. Ладно, так можно было пройти. А, здесь не пройти. Бляха, нет, это немного не так работает. А куда тогда мне? Объяснить мне куда.
Туда за ворота или куда-то здесь пройти? Здесь я никак не пройду ничего. Ты думаешь, сейчас стрелять не умею? Конечно. Нет, не сюда. О, только не говори, что ты нарвался на них. Так пролезть сможешь, ты чё? Пригодится. Надо только спустить.